Почти выиграли в чертову лотерею. Я вышел на телку, которая увела тачки. Она вроде девки того предателя, что терся тут у нас. Ну, Дилан, Делан, как-то так не помню. Ты нашел ее? Пока нет, но найду. Дай знать, если что услышишь. Да, можешь не сомневаться. Всем экипажам, разыскиваемый преступник пересек нашу границу. Присоединяйтесь к погоне и ждите. Хорошо. Внимание, идем в атаку.
Я себе. Случилось. 5-10 узнали о Коне и Бене. Что? Как? Точно сказать не могу, но нам нужно вывозить их из города прямо сейчас. 5-10 просто так нас не отпустит. Нам нужна семейная ракета. 4 места, а мощи больше, чем у гоночной. Есть одна идея. Жди у трассы, ведущей из города. Я попробую достать такую машину. Победитель забирает тачку проигравшего. Заметано. Надеюсь, у тебя удобная обувь. Домой пешком пойдешь. На трассе его тачка молния, зато конек твоей грязь и прыжки. Используй это. Так держать!
гоню как могу. Ладно, встретимся у центрального парка. Цель мне в зоне видимости. Хорошо, заебали. Как познакомились с Дейтоном? Думаешь, самое время? А то, и Бену будет интересно. Да? Ну хорошо. Мы жили в Мичигане. У отца был сервис рядом с Дирборном. Дейтон приезжал каждую неделю. Детали, тюнинг. Я все не могла понять, как можно так любить свою машину. Я у него так и спросила. И он признался. Сказал, что дело не в машине. Он хотел видеть тебя? Ну, он так сказал. Ты ведь его знал. Циркач. Именно. Mm-hmm.
Держу свое слово. Это важно. Хоть ты упустил вора, деньги ты вернул. Теперь ты видва, засранец! Будь начеку! Хорошо. А теперь пора за работу. Твое первое задание в роли видва на юге, в Майами. Там все летит к чертям! Мне нужно, чтобы ты взял ситуацию под контроль. Уже еду.
победы понадобится сверкать. Засекла этого механика и скинула координаты на твой навигатор. Нормальный такой механик. Поворачивай вправо. Ты встречалась с бритвой? Кто такое сказал? Это доказывают шрамы. Не хочешь ему за них отплатить? Это без меня. Я жить хочу. Может, хватит уже бегать? Менять адрес каждые 2 недели. Даже за продуктами не выходить без пушки. Помоги мне, и вернешься к прежней жизни. А если я не хочу? Что нужно? Чтобы он сдох. Тогда путь у тебя только один. Вай-вай-вай. Какое кино. Так. Пора в штаб. Что? Есть тут одно местечко. Зои называет это операционный штаб. Гараж, короче. Что за Зои? Ты меня пугаешь. О, успокойся. Зои, агент ФБР.
Мы должны взять за задницу продажного агента по имени Коттер и выйти на бритву. Ты доверяешь этой федералке? Да, думаю, да. Договорились. Хочешь об этом поговорить? Ну, может, для начала. Почему? Ты когда-нибудь проходил слепой поворот на полной скорости? Да. Считаешь, что поступая так, дольше проживешь? Нет. Нет, но риск опьяняет и волнует. Ты не знаешь, что тебя ждет. Педаль в пол и идешь до конца. И только каким-то чудом избегаешь смерти. А потом повторяешь это снова, так? Да. Вот так и с бритвой. Точно такой же, как в Нью-Йорке. Вообще-то юг — это ничейная земля. 5-10 уже много лет хотят его захватить. Многие пытались это сделать, но потом пожалели. Все сходится на этом парне — Кэмерон Рокпорт. Кэм ни в какой банде не состоит, но сомнений нет. Король тут он. Много сильных бойцов негласно его поддерживают. Каждый, кто знает Кэма, его боится. Этот страх придется ломать. Если сможешь набрать людей и захватить территорию, то тогда и только тогда у тебя появится шанс покончить с Кэмом. И юг станет твоим. Я продумаю вводный курс, чтобы объяснить тебе, что тут и как. Буду на связи. Алекс, у Алиты к тебе дело. Возвращаться? Нет, ты и твоя машина нужны ей в указанном на карте месте. Thank you.
5-10 крокодилы доступны для выбора. Если хочешь, можешь сменить группировку. Алекс. Алита, что случилось? Нужно встретиться. Приезжай на новой тачке. Я тут вот что подумала. За последние несколько лет Бритва отправил за Кэмом кучу людей. Они все пропали, понимаешь? Давай, Алекс, покажи мне класс. Что ты умеешь? Очаровала Литу, я вижу. Если ты организуешь здесь ячейку 5-10, она пригодится. Здесь поподробнее. Как мы это сделаем? Выиграй гонку, выруби пару кретинов, окна побей. Вариантов море, делай все естественно, и другие гонщики тебя заметят. А потом? Стань тем, кем хотел бы быть, и люди пойдут за тобой. Блять, я ж старательно объезжал вот эту хуйню.
контрабанды в Эверглейдс. Может, нанесешь ему визит? Справишься? Справлюсь. Ты его видишь? Да, как и он меня. Пора нам познакомиться. Пиздец. Знаешь, кто...
Откуда у тебя мой номер? Это не имеет отношения к делу. Скоро я буду в этой точке. Не заставляй меня искать тебя. Прямая, парень.
Алекс, если ты хочешь заработать себе репутацию серьезного гонщика, я знаю, что тебе делать. Само внимание, Алита. Я отправила тебе координаты. Покажи, что можешь.
все-таки? Бритва не будет V8 вечно. Я хотел поддержать Кэма в борьбе за трон, но ты, похоже, более мотивирован. Я готов сотрудничать. Хорошо, созвонимся.
Чика, ты отправляешься на вечеринку. О чем это ты? Ты же хочешь сделать себе имя? Народ знает, что 5-10 вернулись. Ты устроил гонку. Кто? Я? Ну и я помогла. Покажи класс, Алекс. Ты должен победить этих парней.
Эй, кораблик, ты падай на меня, пожалуйста, да? Ой, спасибо, дорогой. Как должно быть. Дело не в камере, и даже не во мне. 5-10 рулит, брат. Так и передай всем. 5-10! Ты здорово вел себя с Коберном. Мы все ближе. Согласен. Нашла что-нибудь на Кана? Да. В одном из отчетов ФБР говорится, что при разделе территории Бритва застрелил жену Кэма. Черт. Именно так. После этого Кэм посвятил свою жизнь войне с Бритвой и 5-10. Он забрал у них юг и наверняка хочет большего. Thank you.
порядком достал, малыш. Рад стараться. Выбирай место. Алекс, оторвись от них, Алекс. Ну, откуда ты? Потом, гони того. Да, и это уж точно был не Коган. Звонок отследила? Нет, там была переадресация. Уже порядком достал, малыш. Рад стараться. Похоже, пришло время заняться тобой лично. Расклад такой. Одна гонка, только ты и я. Победитель остается, проигравший проваливает. Выбирай место. Оторвись от них, Алекс. Ну, откуда ты? Потом, гони того. Да, и это уж точно был не Коган. Звонок отследила? Нет, там была переадресация. Еще на свободе. Как раз вовремя. Кто ты? Пустит. Шороху, Алекс. Все только и говорят о том, какой была жизнь до Кэма. Сработало. Что у тебя? Следующий шаг. Побей еще один старый рекорд Кэма. Полагаю, ты готов побить еще один давний рекорд? Нужно стиснуть зубы и нажать на газ, Алекс. Thank you.
что тебе нужно на этот раз, Амар? Я оскорблен. Нужно не мне, а тебе. Этот парень, за которым ты гоняешься, Кэм, хочешь знать, чем он промышляет? Да. Вот координаты. Поезжай, сам все увидишь. Каждая такая посылка стоит около 800 тысяч. Раздави и не тяни. Не стоит ждать гостей. Парни Кэма вот-вот будут здесь. Каждая такая посылка стоит около 800 тысяч. Раздави и не тяни. Не стоит ждать гостей. Парни Кэма вот-вот будут здесь. Thank you.
Игра говно.